Люберцах я оказалась 30 лет назад. Папа у меня здесь получил квартиру в военном городке. Я здесь пошла в детский сад, в школу. Я здесь закончила таможенную академию. То есть вся моя жизнь тесно связана с этим городом. Здесь появилась моя семья, здесь появились мои дети, здесь появилось мое хобби в качестве общественной какой-то своей деятельности. Уже 10 лет нашему проекту, который очень тесно связан с семьей, с материнством, с детством, для того, чтобы каждая мама смогла почувствовать себя вот этой вот мамой, и чтобы вот именно в нашем городе есть такое сообщество, которое объединяет мам, помогает решать вопросы, проблемы, дает рекомендации. И какая я мама? Ну, мама, я, наверное, сумасшедшая, потому что самый громкий болельщик на соревнованиях моих детей – это я. Все выходные мы стараемся проводить вместе. Я люблю в своих детях, наверное, тех личностей, которыми они растут. Мне очень важно с ними советоваться. Мне важно, как они проводят свой день. Дети часто помогают мне готовить по чуть-чуть. Они приобщаются к этому обычному нашему взрослому быту, но мы стараемся это делать все вместе, чтобы это было шутками. Мы семья, мы одно единое целое. И вот нас не сломать. Не сломать никаким обстоятельствам. И на сегодняшний день, мне кажется, у нас так или иначе, но это получается. Я счастливый человек. Я счастливый человек, наверное, потому что я внучка, потому что я дочка, потому что я мама. Я друг, я товарищ, я коллега, и каждая своя позиция, где я занимаю, я чувствую себя комфортно. Комфорт для меня это очень важно. Если мне некомфортно, я лучше отойду, я попытаюсь что-то поменять, но должен быть комфортно. Мы живем один раз.